Здравствуйте! Сегодня воскресенье 21 февраля 2021 года. И мы продолжаем отслеживать перелеты из аэропорта Бен-Гурион, Израиль. В связи с продлением закрытия аэропорта еще на ближайшие две недели запланированы рейсы. Два перелета в Рамон Эйлат. Париж, Франция, Франкфурт, Германия, Рамон Эйлат. Два перелета во Франкфурт, Германия, Рамон Эйлат. Два перелета во Франкфурт, Германия. И два перелета в Рамон Эйлат. Всего на ближайшие сутки запланировано 14 перелетов. Из них 8 перелетов в Рамон Эйлат. Один в Париж, Францию, и 5 перелетов во Франкфурт, Германия. Все перелеты за границу – это спецрейсы, на которые нужно записываться заранее. Всем гражданам Израиля, тот, кто не гражданин Израиля, записываться на спецрейс не должен. Это все на сегодня. Спасибо за внимание. И до встречи на моем канале.